у нас Здравствуйте. Здравствуйте. не складывалось. Аббас, вот смотрите, с одной стороны, Владимир Путин наращивает армию. Там на 160 тысяч На 170. человек, он, значит, да, на 170. Значит, призывников ловят везде, где только можно было. С другой стороны, все чаще все говорят о каких-то переговорах, критикуют Зеленского, и выходит уже какое-то огромное количество статей. Ну, понятно, что это там еще в прессе раздувается сильно. У вас это в какую-то одну общую картину складывается? Ну, Ирин, они же каких переговоров хотят? Переговоров с позиции силы. Переговоры с позиции силы будут возможны в том случае, если Россия будет демонстрировать способность, ну, возможности дальнейшей эскалации. Ну, дескать, мы вам предлагаем переговоры, но если не хотите, мы сейчас будем наращивать там свои вооруженные силы, будем на вас все сильнее давить. В конце концов, Ну, то есть никуда вам нужен какой-то не деться. дебальцевский котел? Ну, можно, наверное, да, и так сказать. Они попытались его под Авдеевкой организовать, у них это не вышло, поэтому в крайнем случае, если не получится вот какой-то такой серьезный котел, то тогда хотя бы вот виртуально, да, через вот там президентские указы, повышающие численность армии, там, да, через такую бумажную работу хотя бы так. Ну, то есть они, на самом деле, все инструменты задействуют. Там та истерика, значит, по поводу ударов по центрам принятия решений, которые там, вспышки, которые мы периодически наблюдаем, да, или, значит, вот эта бесконечная там риторика этих генералов, депутатов типа Гурулева, да, которые демонстрируют там наличие там все новых и новых планов, буквально каждую неделю они что-то придумывают, да, по планам по увеличению военных возможностей армии. Например, вчера они там сразу двое, по-моему, Гурулев и Соболев заявили, что службу в армии будем повышать, ну, вот эту службу по призыву будем повышать до вот двух лет. Двух. Да, да, да. Вот, то есть, вот эта вся риторика, она, в принципе, имеет своей целью вот то же самое. Произвести впечатление на Запад, который, как им кажется, уже начал уставать, так сказать, начал прогибаться. Произвести впечатление на украинцев, да, чтобы они даже перестали думать о том, что они могут выстоять в этой борьбе, да, и поскорее садились за стол переговоров. То есть, строго говоря, конечно, Путин хочет, чтобы Украина села за стол переговоров. Затягивание войны, ухудшающаяся ситуация в экономике, значит, гибели людей на фронте – конечно, это не укрепляет позиции Путина, безусловно. Вот. Но не настолько ослабляет, чтобы вот на любые переговоры соглашаться. То есть он хочет согласиться на переговоры там, где он будет диктовать условия. Да? Поэтому, с одной стороны, он декларирует готовность к этим переговорам, а с другой стороны, он декларирует готовность к эскалации и наличие возможностей этой эскалации. Потом надо иметь в виду, что приближаются выборы, и вот эта мирная риторика, она еще имеет... Какое значение? Ну, сугубо предвыборное. Народ же устал от всего этого, хочет поскорее, значит, мира, хочет, чтобы все это закончилось. И в этом смысле Путину сейчас очень важно демонстрировать, так сказать, людям, да, народу, ну, свою адекватность. Да, дескать, не думайте, что мы воюем, потому что там у вас начальник с ума сошел, да, как многие думают. На самом деле, ну, мы воюем просто потому, что, ну, других вариантов у нас нет. И воюем ровно настолько, насколько, ну, так сказать, это необходимо, по минимуму, да. То есть не сомневайтесь, что как только будет можно, как только обстоятельства позволят, я сразу же, ни дня, так сказать, не теряя, там, сяду за стол переговоров, заключу мир. Мне, дескать, все это тоже не радует. Ну, то есть он просто пытается продемонстрировать свою адекватность и свое соответствие общественному запросу. Он ведь еще, когда говорит о том, что хочет и готов сесть за стол переговоров, всегда кидает в сторону Киева. Мол, это там принимают законы, которые просто не позволяют нам вести переговоры. Это Зеленский не хочет никакого общения. Ну что ж, это вот пусть они как бы в себе разберутся, а мы-то вот по первому зову. По вашему мнению, Зеленский может ли на эти переговоры согласиться, на которые вас только кивает Путин, учитывая, что ранее он, ну, целями, да, этой борьбы называл освобождение всех украинских территорий вплоть до Крыма?
Зеленский, а он, в отличие от Путина, лидер все-таки демократического толка, хотя, конечно, за эти полтора года он, безусловно, значит, ну, обрел черты такого, знаете, мессии. Ну, то есть не он сам себя вообразил мессией, а объективно он в такового превратился. Да? В глазах очень многих украинцев он стал символом сопротивления, да, он сделал, по сути, возможным сопротивление, так сказать, да, поэтому он объективно, ну, так сказать, не является там стопроцентным заложником общественного мнения, а он гораздо более самостоятельная фигура, чем средний политик в демократической стране. Но, тем не менее, конечно, он все равно не настолько, так сказать, в состоянии наплевать на общественное мнение, как это может себе позволить сделать Путин. Поэтому а Зеленский в данном случае он вполне инструментален. То есть вопрос не в том, пойдет ли Зеленский на переговоры. Значит, когда к этому будет готово украинское общество? Украинское общество, их динамика показывает, что в связи с неудачами контрнаступления, ну, то есть они все-таки ставили перед собой масштабные задачи. И, возможно, это и стало проблемой. То есть это была сейчас вот мы наблюдаем проблему завышенных ожиданий. То есть там анонсировался выход на Крым, захват Мариуполя, Мелитополя. Да, а поскольку вот все этого ждали, а поскольку вот не случилось, то, соответственно, разочарование, да, вот эффект обманутого ожидания. И, значит, число людей, которые говорят, что давайте все-таки надо договариваться с Россией, оно увеличивается по сравнению с летом. Значит, если летом число людей, которые говорили, надо воевать, пока все свое не вернем назад, я точно цифры не помню, но оно решительно превышало, условно говоря, 2/3 против 1/3 было, да? Значит, в пользу дальнейшей войны. То сейчас эти цифры вполне сблизились, там, ну, плюс-минус несколько процентов между ними, на самом деле, разница, то есть там что-то в районе 45, там, вот они сближаются. Вот. В общем, в какой-то момент, когда запрос на нормализацию, пусть даже переговоры, даже ценой утраты территорий, когда он оформится в Украине, Зеленский не сможет этому сопротивляться, у него просто два варианта будет. Либо значит, самому, ну, там, отменить свой указ о том, что, значит, нельзя вести переговоры с нынешним руководством России и сесть за стол переговоров с Путиным. И это, конечно, будет... Я не очень себе представляю, как он сумеет выйти из этой ситуации без потери лица. Частично. Это не будет смертельный удар по нему, по его имиджу, это точно. Но это будет элемент разочарования в этом. Вот. Либо такой вариант, ну, либо второй вариант, он может сделать очень красиво, уйти в отставку. Ну, то есть, да, я значит, не смог сдержать обещание, я не смог довести до победы, я подписал этот указ. Между тем, у нас других вариантов сейчас, кроме как переговоров, не остаются. Пора прекратить лить кровь. Поэтому давайте, вот я, значит, сейчас подписываю указ о том, что я отменяю свой вот этот указ о запрете переговоров, и следующий же указ тут же подписываю, что я ухожу в отставку, значит, передаю власть. Ну, давайте по потере лица, если Зеленский сам сядет за стол переговоров, условно. Да. И второе, об уходе в отставку, что равно, мне так кажется, политической смерти. Нет. Очень многое зависит от того, что будет происходить потом. Вот он, вот такой уход, понимаете, он же вообще не характерен для... Он характерен для Запада, но он совершенно не характерен для такого вот постсоветского политикума, где принято держаться за власть там, зубами, когтями, там, вообще все, что есть, тем цепиться в кресло. Вот, и в этом смысле это будет очень красивый жест, и, безусловно, избиратель не сможет такую вещь не оценить. И если дальше потом все будет не очень хорошо, то через год, два, три на Зеленского возникнет колоссальный спрос в Украине. Ну, то есть при нем мы все-таки испытали момент величайшего триумфа, да, вот 22-й год, когда мы поняли, что мы выстояли. Что мы уже не та Украина, что безропотно отдала Крым. Что мы Украина, которая смогла сопротивляться соседу, который, ну, все-таки на порядок больше там по размеру, да, там по всем своим прочим возможностям. Ну, там, одно из самых грозных на тот момент считалось государство
планеты. И мы, они обломали о нас зубы. Вот. И Зеленский будет символом этого триумфа, да? А то, что он ушел, это как раз будет восприниматься, что как доказательство того, что ну, вот это человек, для которого принципы важнее личного благополучия, да? Ну, то есть это такой желанный тип политика, искомый тип политика, политика, о котором мечтают. Есть проблема, кто, враги попытаются его обвинить вот в то, что в американской политической традиции называется «quitter». Ну, то есть дело до ума не довел и слился, да? Но да. На самом деле реально будут такие обвинения, конечно. С ними надо будет работать, но мне они не кажутся... вот это не кажется непреодолимой проблемой. Но дело в том, что реально другой этап, да? Он был президентом войны, и с этой задачей он справился. Ну, отчасти. Полностью выиграть не смог, но и не проиграл. Вот. Ну и поскольку он президент войны, и он встал в эту позу, то он, ну, по-человечески можно понять, не хочет вести переговоры, особенно когда сам себе это запретил. Ну, поэтому он на новом этапе передает власть другому человеку, для нового этапа нужен другой лидер, это нормально. Вот. То есть это объяснимо, и это обвинение, оно, ну, оно, конечно, там подослабит его позиции, но это не будет носить, это будет, во-первых, носить временный характер, точно. Да, возвращаться надо будет в любом случае не сразу же, там, через полгода-год. Надо будет возвращаться через 2-3 года, да, может быть, даже и больше. К тому же надо понимать, что Зеленский герой, так сказать, все равно всего, так сказать, свободного мира, да, и поэтому он вполне возможно получит какую-то очень серьезную должность где-то там в международных организациях, и опять это будет самый высокопоставленный представитель Украины в мировом сообществе. Вот. И можно будет какое-то время там поработать, а потом, так сказать, опять триумфально вернуться в Украину. Ну, то есть у него колоссальный потенциал, и, значит, о том, чтобы вот он его сейчас взял и утратил, пока речи не идет. А вот если вот все будет затягиваться, если не будет ни побед, ни успехов, а он при этом будет вот упрямо цепляться, так сказать, за свое кресло, ну, будет делать то, что будет проинтерпретировано как цепляние за свое кресло, вот тут, конечно, уже, значит, будет разочарование, да, ну, какие-то вот варианты, ну, какие-то первые признаки этого разочарования, по-моему, уже намечаются. Вот, и... Нет, уже есть, и мне кажется, только обсуждают все, что есть если эти разногласия между Зеленским и Залужным, уже выходят женщины на акции уличные в Киеве и тоже требуют демобилизации. Опять же, мы видим, что и как бы Запад на это тоже определенным образом реагирует и как комментирует ситуацию тоже там. И, конечно, вот есть очень, мне кажется, правильно подмеченное вами тут ощущение того, что вам обещали контрнаступление, а контрнаступление оказалось каким-то пшиком. И поэтому вот есть вот эта вот обманутая надежда, что ли. И, да, но тут, Владимир, надо понимать, Владимир, да, извините, вот тут надо понимать, что это разочарование, это обманутая надежда есть, но такие вещи не носят долгосрочный характер. Это проблема нескольких месяцев. Повестка поменяется, и произойдет некая стабилизация. Ну, то есть появится возможность там в новом цикле, просто да, проявить кажется, себя что на повестку по-новому. Может больше, вот сейчас может на повестку повлиять по большей части, ну, какой-то успех, когда был отвоеван Лиман и Херсон, именно это и дало ну, какую-то такую очень важную да, надежду, вот этот свет в конце туннеля. А сейчас-то настолько хорошо окопалась Россия на тех территориях, которые ей удалось захватить, что у Украины просто нет возможности. Да еще плюс, вы уже сами упоминали, усталость Запада, о чем говорят в том числе и американские военные, что да, ну вот не допоставили в нужный момент и до сих пор не доставляем оружие. Приедет истребитель F-16, но опять же, тоже нет ощущения того, что будет какое-то супероружие, которое сможет именно на поле боя ход переломить. Вообще, Владимир, знаете, я
А в целом не люблю конспирологию и крайне редко этим занимаюсь, но сейчас военная ситуация, а война, это, как говорил Сунь-цзы, это путь обмана. То есть во время войны дезинформацией противника занимаются на порядок более системно, чем в обычной повседневной политической жизни. Поэтому я к чему? Я точно это не утверждаю, но я для себя не исключил, вот я сам для себя решил, что я не исключаю, что вот это прямо внезапно начавшаяся волна западных публикаций о том, что вот, ну, со ссылками на западные источники в западных правительствах, что мы, дескать, устали, что мы, дескать, разочарованы. Ну, то есть до этого транслировался ровно противоположный месседж. Значит, пусть не думает Путин, что мы там прогнемся, мы наращиваем объемы производства вооружений, мы будем помогать Украине ровно столько, сколько нужно. Народ нас поддерживает, да, и вот это все в одночасье сменилось вдруг вот этим, там, мы устали, надо садиться за стол переговоров. В общем, я не исключаю, что это какая-то дезинформационная кампания преддверии какого-то нового рывка. Ну, то есть технически это осуществимо, ну, то есть в рамках Рамштайна там какое-то количество правительств, руководители правительств договариваются, что да, давайте в течение, там, допустим, 2-3 месяцев прокачиваем эту тему, расслабляем Путина, да. Значит, и там каждый, условно говоря, должен организовать по 5 утечек на этот счет свои СМИ, да, значит, и вот в совокупности вот уже там несколько десятков такого рода публикаций, заявлений, вот, а сами в этот момент там копим все возможности, все варианты, и даже Зеленскому могли в этом смысле сказать, так, изобрази там ссору с Залужным, условно говоря, да, тоже не так сложно, там, ну рассказал двум журналистам по секрету, что, слушай, а у них плохие отношения. Люди, которые профессионально этим занимаются, ну, делают это на раз-два. Вот, и... Слушайте, значит, ну, там же пошло все с того, что Залужный в интервью Economist сказал, что война зашла в тупик. Ну, а это не может, да, вы думаете, все, не может? Ну, вот и не, может, я вот просто об этом же и говорю. И тебе даже никаких, я не знаю, будить не надо. У тебя просто один скажет, зашла в тупик, другой скажет, нет, не зашла в тупик. Вот, почему серьезно, почему Залужный, который до этого не отличался там любовью к публичности, делал свое дело, вот, вдруг взял и там решил разоткровенничаться. То есть, смотрите, еще раз, я не настаиваю на этой своей точке зрения. Я понимаю, что она выглядит как конспирология. Я просто знаю, что в ситуации войны конспирология, вот, она приобретает какой-то смысл. То есть в ситуации обычной повседневной политики это все ерунда. Сейчас, ну, в преддверии вот контрнаступления можно использовать, ну, знаете, как, например, Гитлер сделал перед тем, как напасть на Советский Союз, он продал СССР разработки там новейших военных самолетов. Он сказал, слушайте, наладить это производство они все равно не успеют, а зато они убедятся, что мы им доверяем и воевать с ними не собираемся. Понимаете? То есть люди осознанно идут на такие вещи. Повторюсь, война – это путь обмана. И поэтому я вот, ну, не исключаю, что вот есть... поскольку технически это возможно, да, я вот для себя так решил, там, можно это организовать? Я прикинул, можно, конечно. В принципе, не настолько они не способны к координации между собой, все эти игроки. Вполне способны. Значит, они могли это все организовать с тем, чтобы, так сказать, подрасслабить там, Путина, российскую армию, российское общественное мнение, да, и потом этот обещанный рывок на Крым все-таки совершить. Конечно, я не исключаю, что внезапный переход от настроений «пусть Путин не надеется, мы не прогнемся» к вот этому, значит, «ах, мы устали, может быть, лучше сесть за стол переговоров». Такой переход внезапный может быть связан с, опять же, разочарованием, том, о чем мы говорили выше, разочарованием вот в украинском контрнаступлении. То есть все ждали, что все-таки оно получится, но оно не получилось. Но опять, я не очень себе могу представить, как военные могли очень сильно на это надеяться, западные, например, военные, да, и, соответственно, информируемые ими западные политики. Как могло получиться контрнаступление в ситуации, когда российская армия, как вы сказали, там зарылась в землю, а у Украины нет превосходства в небе? Ведь на этапе даже начала этого контрнаступления, там, в принципе, эта точка зрения, это был секрет Полишинеля, она звучала. Что, ну, не бывает контрнаступлений без захвата господства в небе, а в небе господствует Россия пока еще. Вот. У нас
Да, договорите о вас. Ну, не, я на самом деле уже там аргументы сейчас могу до бесконечности. Да, у нас просто осталось 2 минуты, три, да. А я, вы знаете, очень хотела с вами о женщинах поговорить, о внутриполитической ситуации в России. А вот мы видим, ну, коротко тогда, если получится, прокомментируйте. Мы видим, как матери пытаются отбить своих детей, значит, в военкоматах, просто приезжают туда и буквально силой их оттуда вытаскивают. Жены, которые, значит, собираются устраивать автопробеги, и к которым уже полиция приходит, это может во что-то выльется? Здраво, да, вообще, конечно, власти оценивают вот это вот, ну, этот свой электорат? Это точно может во что-то выльется, Ирин. Не в том смысле, что эти женщины что-то там изменят в общественном мнении широком. Угу. Скорее, наоборот, активность, растущая активность этих жен является, они как в данном случае как градусник. Это является индикатор изменившихся общественных настроений. То есть они вдруг чувствуют, что это уже легитимно, это социально приемлемо, социально допустимо. То есть критически значимая масса там знакомых, родственников кивает головами и говорит: да, все правильно, так и надо, что они себе позволяют, понимаете? В атмосфере, когда реально все за войну, эти женщины не стали бы делать то, что они делают. Вот. И то, что они это не делали год назад, как раз говорит о том, что мобилизация, в конце концов, год назад началась, да? Вот. Но тогда такого массового движения вот этого не было. Было просто бегство. Были несколько там вспышек протестов, где, да, в Дагестане, там в основном, где-то в Сибири еще. И все, и бегство. А вот такого сопротивления политического уже тогда не было. Потому что тогда общественное мнение было еще вот такое, про войну, за войну. А сейчас оно уже трансформируется, и сам факт появления этой женской вот этой активности как раз является верным индикатором того, в каком направлении развивается ситуация, куда движется общественное мнение. То есть это такой флюгер, который указывает направление ветра. Что власть будет с ними делать накануне выборов? Я не исключаю, что Путин пойдет им навстречу. Пока движение не достигло определенной силы, это не будет выглядеть как... Они требуют демобилизации. Да? Ну, на самом деле, смотрите, все равно же после выборов будет новая волна мобилизации. Ну, наверное, скорее всего. Вот, ну, то есть, соответственно, надо сейчас, там, условно говоря, 14 декабря Путин на пресс-конференции даст поручение Министерству обороны. Вот вам там, типа, месяц, условно говоря, или там два, подготовить, там, до конца января, скажем, например, подготовить предложение по организации ротации. Не должны одни и те же служить, женщины правы. А, значит, начиная там с там, конца января, то есть там в конце января, там, начале марта, там, ой, начале февраля начнут обсуждать, дискутировать разные варианты, в каких количествах, после скольки лет, там, ой, месяцев службы, там, и так далее, и так далее. Погрязнут в деталях, условно говоря, через месяц утвердят окончательно этот график, и начиная с марта начнется ротация. Не всех же одновременно надо отпускать. Ну, на самом деле, значит, растянут эту, вот эту ротацию еще на 2-3 месяца. А к тому времени уже подоспеет свежее пушечное мясо, которое они там сразу после выборов, начиная с апреля, например, новую волну запустят. То есть это, в принципе, сценарий, который не представляется нереалистичным. Надо просто заставить генералов шевелиться и работать. Понятно, что генералы не хотят никакой ротации, потому что, ну что, набрали, вот чему-то их обучили, наконец-то, да, там хотя бы имена командиров они выучили, и командиры примерно уже знают, кто на что способен, кого в разведку, кого в дозор, а кого на кухню. А вот, и понятно, им не хочется сейчас этих отпускать и набирать новых новичков и снова их обучать. Надо просто заставить этих генералов работать. Зато Путин, ну, в общественном мнении, очень сильно выиграет, если он это организует. И повторюсь, пока это не будет выглядеть как уступка. Пока движение не достигло какой-то особой силы, это, наоборот, будет воспринято как шуткость, так сказать, со стороны верховного главнокомандующего. То есть, там, типа, все обвиняют его в том, что он псих ненормальный, что он маньяк какой-то кровавый, а на самом деле, смотрите, вот он заботится, так сказать, прислушался к женщинам. Вот. Вот когда это движение достигнет определенной степени радикальности уже, определенной степени силы, вот тогда уже уступки будут невозможны, тогда это будет выглядеть как прогиб. А пока это будет шуба с барского плеча, так сказать, соответствующая вот архетипическому образу путинскому, это принесет ему плюсы пока. Так что я не исключаю... Старого доброго Путина, возможно, мы скоро увидим, который раздает, значит, подарочки. Если женщины сейчас не сдадутся, вот оставшиеся 2 недели до 14 декабря,
то я не исключаю, что уже 14 декабря Путин это сделает. Может быть, они отложат это до января-февраля под выборы, опять же, ближе к выборам. Да. Значит, вот такой подарок такой. Спасибо большое. Политолог Аббас Галямов был в нашем утреннем эфире. Спасибо, Аббас.